Последний летний месяц богат на профессиональные праздники. Вторую субботу августа в нашей стране отмечается День физкультурника. По доброй традиции накануне праздника глава района Роман Синеговский провел торжественный прием работников спортивной отрасли. На прием были приглашены тренеры, инструкторы по спорту, работники спортшкол, ветераны спорта. Глава района поблагодарил участников приема, а в их лице всех работников отрасли физической культуры и спорта за плодотворную деятельность по спортивному воспитанию детей, подростков и молодежи, формированию здорового образа жизни славянцев. Отметил, что в Славянском районе спорт пользуется особой популярностью и для занятий спортом созданы все условия. Работают спортивно-оздоровительные комплексы «Лидер», «Триумф» и «Олимп», современный легкоатлетический манеж «Олимпиец», бассейн «Дельфин». Обустроены более 30 спортивных площадок шаговой доступности с уличными тренажерами. Завершается реконструкция городского стадиона, где оборудованы спортивные зоны для игры в баскетбол, волейбол, занятия единоборствами. В ближайших планах администрации района строительство спортивно-оздоровительных комплексов в хуторе Голицын и станице Петровской, центра единоборств в Славянске на Кубани, спортивного зала в поселке Совхозном. Благодаря хорошей материально-технической базе и профессионализму тренеров, а также тех, кто занимается подготовкой соревнований, обеспечивает бесперебойное функционирование спортивных объектов, наши спортсмены добиваются высоких результатов. Наши спортсмены достигают серьезных результатов. Вы прославляете славянские районы. Есть конкретные результаты. Губернатор мне лично жал руку, вручал грамоту и поздравлял с тем, что мы занимаем первое место. Конечно, это ваша заслуга. Вам спасибо, с праздником, всем успехов, удачи и всего самого доброго. Любое мероприятие, которое вы организовываете, оно от и до организовано. Это, конечно, много стоит. Я хочу в вашем лице поздравить ваши коллективы. Я хочу высказать слова благодарности и поздравить наших преподавателей, учителей, которые сегодня, вот, так сказать, занимаются с нашими детьми. Вот благодаря вам, благодаря педагогам хорошим, учителям, у нас есть достижения. Есть достижения, конечно же, и инвестиции есть. Все приглашенные на прием были отмечены благодарственными письмами главы района за добросовестный труд и большой вклад в развитие спорта в районе. Анна Монастыренко, Игорь Иванчуков, программа «События».